Приветствую, друзья. Сегодня у нас здесь на PlayStation 1 операция прикрытия «Ядерная заря». Короче, вот такая вот пираточка типа, наверное. Два диска у нас. Диски вроде не зацарапаны. Вставляем первый. Второй. Тут есть царапины, конечно, но более-менее состояние. Будем смотреть. Что за игруха у нас, да? Я даже не знаю, что это за игры, как на английском языке. Эта игра, возможно, сейчас влогом мы увидим. New loading. Загрузка. Activision. Sugar Rocket Production. Devo Spirit of Tokyo. Covered Ops Nuclear Down. Covered Ops Nuclear Down. New game. Loading options. New game. Охраняемые солдатами НАТО, французский посол со своей семьей выехал из Санкт-Петербурга в Париж на специальном бронепоезде «Блю Парыш». Я не подумал, что нам придется воевать с великим русским народом. И я думаю, русские могут сказать то же самое про нас. Мы уже на границе с Украиной. Все в порядке. Продолжаем сопровождение. Да, сэр? Эта маленькая штуковина справится с голубыми янки. И готовится к первому удару. Так, приближаются неопознанные вертолеты. Это может быть подкреплениями русских? Нет. Мы не посылали им запросы. Выпустили ракеты, я не вижу их целей. Боже, что происходит? Приготовиться, второй запуск. Вылезайте, быстрее! Уводите посла отсюда! Нет, они все еще там! Быстро! Господин посол, видите, у вас нет выбора. Ваша семья ничего для меня не значит. Вам следует понять это. Understand? Оставьте мою семью в покое. Как дела, господин посол? Я Борис Стругацкий, глава нашей маленькой шайки террористов, рыцарь Апокалипсиса. Рыцарь Апокалипсиса? Что вам надо? Я собираюсь использовать этот поезд, чтобы привлечь средства для наших акций. О чем вы говорите? Вы это платите за это? Молчите и слушайте. Я тут загладу. Господин посол, вы ошиблись. Платить только ваше правительство. 20 миллиардов долларов. Я захватил эту игрушку, чтобы убедить вас. Внимание, французское правительство. Мы, рыцари Апокалипсиса, идем к вашему логову.
Это лейтенант Джек Мортон. В результате нападения поезд захвачен террористами. Мы в курсе. Ваш канал связи переброшен на антитеррористическую организацию ПРИОН. Я глава штаба этой организации. Вам понятно? Сколько ваших людей пережило нападение? Никого, кроме меня. Вот наш план. Нам известно, что поезд захвачен террористической группировкой рыцарей апокалипсиса. Они требуют 20 миллиардов долларов и безопасный маршрут до Парижа. У них в заложниках французский посол. Я высылаю спасателей немедленно. Лейтенант, вы переходите в подчинение ООН. Посол и его семья в заложниках. Позаботьтесь об их безопасности до прибытия спасателей. Немедленно доложите о выполнении задания. Вас понял. Террористы могут прослушивать наш канал. Используйте радио только для экстренного вызова спасателей. Есть вопросы? Как попасть в поезд? На крыше 11-го вагона есть люк. Вас понял. Джек, будьте осторожны. Guys. I go inside train. Leningrad, Russia. Go down. Okay, it's very long video, guys. Please like for this video. Good luck. Bye bye.